Тём, как твой глаз и как общее самочувствие? Расскажи, пожалуйста. Все хорошо, прекрасно, спасибо за то, что интересуетесь. Все нормально. Один вечер был не очень, а все остальное уже хорошо. Было очень много вопросов с голом Глушенкова. Показалось, что ты успел коснуться мяча, но получился такой невидимый пас. Расскажи. Я не касался, я услышал. Я не давал тебе микрофон еще. Я услышал, что он крикнул «пропусти» и уже не делал ничего. Там я пытался сначала сделать, а потом уже нет. Если бы он не подсказал бы, наверное, задел бы мяч. Так я не касался мяча. И второй раз я также хотел пропустить мяч, но, к сожалению, до бара не дошел мяч, но защитнику в ногу зацепило. Самое главное, мы выиграли. Это очень радует. С каким настроением выходил сегодня на замену? И была ли цель сохранить счет или все-таки хотелось забить? Хотелось преимущество максимально, хотелось, честно говоря, даже разгромить. Но вышли мы, по-моему, при 2-0, да? По-моему, сделали 3-0 и... Мне кажется, нам нужно этот инстинкт развивать. Ну, ничего страшного, это дело наживное. В любом случае, нужно было отмазаться за первый матч, и сегодня нужно было победить в основное время, чтобы окончательно решить все вопросы выхода из группы в Кубке. Поэтому мы эту задачу выполнили, и теперь готовимся на Урал. Ну, это просто потому, что ты в первом матче не играл, согласен? 100%. Одних отпустишь, блин, как говорится.